Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь, это пятница 13-я, и нам несказанно повезло, что аж с самого начала нам дали поиграть за Джейсона с пакетом на голове. У него, напомню, что у него снижена скорость, но зато он может бегать, и у него есть... очень медленно восстанавливаются его вот эти вот... способности к быстрому перемещению, к шифту. Давай сейчас попробуем здесь поставим все-таки мой капканчик. Потому что если вдруг кто-то захочет сюда зайти, то его ждет неприятный сюрприз. Скорее всего, они не увидят это все в темноте. Так, ладно, быстренько перемещаемся. Он по карте очень быстро перемещается. Возможно, здесь возле машины, там телефончик. Опа! Опа, опа, опа! Кто-то здесь уже вон бегает. Мой хороший. А ну иди сюда, я здесь. Я здесь, чувак. Так, ладно, пингует вообще страшенно просто. Я, кстати, открыть могу дверь. Привет, есть кто живой? Смотри, они не успели закрыть. Не успели закрыть. Балбесы. Вон он убегает. Куда? Куда, я сказал? Ну-ка, быстро ко мне. Ух ты, блин. Какой меткий стрелок. Джейсон идет за тобой. Давай, 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 оклемайся, оклемайся. У нас много капканов, поэтому надо ставить капканы. Надо ставить капканы, чтобы они ни в коем случае не смогли ничего здесь зарядить. Так, это у нас четырехместная машина, поэтому мы сюда вот капканчик ставим один. Вот так прекрасно. И сюда мы ставим капканчик другой, чтобы они не смогли... Да что такое? Тихо. Тихо, тихо. Пинг, пинг, спокойно. Пинг, не бесись. Вот сюда еще капканчик, чтобы он попробовал немножечко быстренько зарядить машинку и попал сразу. Сразу бы попал по полной программе. Сейчас сюда тоже капканчики поставим, и можно будет спокойно бегать, не переживая, что они смогут абсолютно безнаказанно от меня сваливать. Это требует, конечно, какого-то времени, но зато мы им устроим сейчас здесь веселую жизнь. Ставь капкан. Ох, 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 тихо, 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 тихо. Не ставь капкан, потому что пингует. Кто-то рядом там есть? Все, поехали. Можно уже теперь выслеживать. Кто у нас ближайший? А ближайший у нас, похоже, вот где. Вон там кто-то маленький бегает. Маленький засранец. Ага, ага. Так, ладно. Полетели к нему. Решил поплавать, идиота, кусок. Господи, хватай, 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 блин, ее, ну что ж такое-то, а? Да блинский, блин, я офигею с этим интернетом, это вообще капец какой-то, там еще бегал у нас чувак в свитерочке, и я не смог его схватить, потому что побежал за ней. Вызвали полицию, ну вообще зашибись. Че, полная жесть. Так, ладно, он что-то особо вообще не тележится, смотри-ка. Ох. Не добросил, не добросил. Ёшкин корень. Ладно, по крайней мере, не должно быть у нее никакого пистолета больше. Пойдем-ка вот за этим потлатым мужиком. Что-то он идет вообще. Он, у него батарея, кстати. На, падла. Help me! Сейчас тебе сделаю, help me! Джейсон, help me! Джейсон! Так, ладно, давай, давай. А у меня, кстати, больше нет этих штук. Полетели, полетели, полетели. Опа, хватай, хватай его! Так, отлично, 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 отлично. О-бам! Джейсону нравятся такие игры! Прекрасно. Yes, yes! Убивай за мамочку. Да, мамочка, я буду убивать. Это я полицию вызвал, сейчас все сбегут, лошара тупая. Давай! Мамочку он вызвал. А ну не матерись, сопляк! Джейсон сейчас промоет тебе рот мылом! Ты только тратишь на меня время, сейчас все сбегут, лошара. Да отлично, пусть бегут! Он еще не понимает, с кем связался. Что у нас там, машина? Сталки у нас уже активно, отлично. Ну ладно, он у нас пусть убегает. Мне плевать на него на самом-то деле. Так, что у нас здесь? Капканы здесь, капканы здесь. Где у нас народ? Народ, скорее всего... пытается... Давай-ка вот к этой машинке сейчас переместимся. Я могу переместиться? Я же могу переместиться, да? Опа! Детишки! Так, капканы здесь целые. Нифига себе. О, а вон смотри, подруга дней моих суровых. Старушка дряхлая моя! Да что ж такое-то? Не успел схватить. No! No! Беги! У нее ружье, блин. Я знал, но я видел его.
Давай, быстрее, 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 быстрее. Вставай! Зато у тебя всего один заряд был, чувиха. Даже не надейся. Не надейся от меня сбежать, маленькая засранка. Капканов наставили, смотри-ка. Капканов наставили. Наставили капканов. Да я сейчас так вот пройду аккуратненько. Опа! Опа! Ох, вы твари! Let's go, man! Let's go, man! У них есть этот самый. У них есть аккумуляторы, они, скорее всего, сейчас бегут сюда. Да ладно, я их буду ждать здесь. Давайте. Вы что думали, что сможете что-то со мной сделать? Несчастные засранцы. Так, они, похоже, опять здесь тусуются. Да, они тусуются здесь. Надо идти их хватать, вот и все. Я спокойно сейчас пробегу. Все-таки я залез. В капкан. Опа! Ну и все, больше мне бояться нечего. Так, тихо, вот ножичек. Ножичек мне нужен. Нож мне пригодится, бросать его буду. Так, где они? Ага, вон там стоит. Где? Залезла, что ли, внутрь? О! А, не увидел, блин. Давай! Так, ладно, чувиха. На тебе. На, бей! Блин, в такой тьме вообще ничего не видно. Неужто он в капкан ставит капкан, да, похоже? Да я, в общем-то, особо-то и не боюсь этих капканчиков. Я же спокойно могу от них освободиться. Я понимаю, что это время, конечно, тратится на это. Kill them! Don't kill me, my friend! I'll kill you, my friend! No! Yes! No! На машину завели, ага. Давайте, удачи. Машину другую завели, черт! Другая машина у нас поехала уже. А ну пусть едут, потому что я здесь. Я-то здесь. Все правильно? Давайте, ребятушки, идите ко мне. Сейчас мы к ним переместимся. Давай. Давай, сейчас троллить меня будут, да? Думаете, троллить будете меня? А что мне... А у них все равно выбора-то нет на самом деле. Они не смогут уехать никак по-другому. Я просто бегу, иду за ними и все. Опа! Вам! Привет! Детишечки! А ну, тварь, иди сюда! На, собака! Гаси ее! Есть! Ничего тебе не поможет! А-а-а-а-а-а! Внутренний мир вожатых очень богатый! Так, машинка поехала у нас, но это не страшно. Это абсолютно не страшно, потому что мы просто появляемся сейчас здесь. Просто... Ай-яй-яй-яй-яй! Давай скорей, суперспособность! Суперспособность, блин! Не успею! Это дурацкий чертов пин! Какого хрена ты вляпался? Стоп, все, они уехали. Сколько у нас осталось там? Офигеть, так они сейчас все уедут! Вот это отстой! Ладно, не все, видимо, еще уехали. Кто еще остался-то у нас? Кто-то вон там есть. Кто-то вон там бегает. Подожди. Не понял? Они уехали туда! Ничего не понимаю. Почему игра продолжается? Чё ты делаешь? Идиота, кусок! Чё он сделал? Он выстрелил в меня? А, они мне засаду устроили, нифига себе! Они влепились, смотри! А-а-а, придурки несчастные! Чё происходит? Я ничего не понимаю, что происходит? Мне кажется, они влепились, они теперь не могут выйти отсюда. Да что происходит? Какого фига? Чё за ерунда? Кто в меня там стреляет? Полиция, что ли, по мне палит? Смотри, ерунда какая-то. Вот я стою, я подхожу, и меня убивает! Ни хрена себе баг какой! Офигеть!
Наверное, потому что полиция здесь рядом. Так получается, что ли? То есть, если я подхожу чуть ближе, меня сразу убивают. Я такого еще ни разу не видел. Капец какой-то, просто какой-то. И они не могут выбраться, смотри. Они не могут никак разрулиться. Естественно, у меня нет... Да ёшкин матрёшкин, прекратите уже стрелять по мне. Ой, какая-то ерунда вообще полнейшая. Ну все, они сейчас уедут уже, естественно. А если я на шифте к ним подъеду? Нет, смотри-ка. Капец, это просто капец. Это вообще самая тупая ситуация, которая когда-либо возникала в игре. Они по мне стреляют, а у меня есть ножичек какой-нибудь здесь, а? Я даже не знаю, что и делать-то. Подойти здесь? Как бы к ним подойти? Они еще убраться отсюда не могут никак свалить. А полицейские как бы стоят там и смотрят, да? Какой-то страшный чувак. Все время встает, а они пытаются его убить. Смотри, я причем встать не могу. Я еще и встать не могу. Вообще какая-то ерунда. Такой отстой. Ну, раз уж нам не удалось поиграть за Джейсона, проблемы... Уже проблемы с самого старта. Я решил сегодня поиграть немножко за этого толстячка, ботаника, в отчетчиках. Да, и посмотреть, как он будет у нас в деле. Потому что он вроде как очень хороший ботаник в плане ремонта. Он у нас такой весь скрытный, даже несмотря на то, что толстый. Вот эти возле машины появились. Но зато у него, естественно, выносливость практически на нуле. Скорость тоже у него такая слабенькая. Но посмотрим, жердяйчик сможет оправдать наши надежды или нет. Или все-таки жирок не даст ему победить, не даст ему выжить. Маленькому поросеночку будет очень плохо. Упс. У нас водоплавающий Джейсон, который, кстати, где-то здесь... Где-то здесь, похоже, он ошивается. А, на его месте я бы сразу сюда пошел. Это у нас двухместная машина. Все очень плохо. Побежали в этот дом. Беспалево вообще. Просто беспалево бегу и плевать, что Джейсон меня услышит. Ну, скажем так, не самая плохая выносливость у нашего толстячка. И стамина быстро восстанавливается. Давай-ка забаррикадируемся. Чтоб у нас было все очень тихо, спокойно. Так, прекрасно. У нас есть капкан. Капкан, капкан. Сейчас поставлю Джейсону капканчик. Вот так вот. Господи, ну что такое? Ну что такое? орёт. Естественно, Джейсон там разбирается с ним возле машины. Нам плевать, потому что мы-то здесь. Мы далеко ушли. Мы далеко спрятались. Мне так кажется. Так, ладно, давай-ка быстро забригадируемся, не дай бог. Сейчас еще сюда придет. Толстячок. Ну что, бывает. У нас есть радио, кстати, можем сделать отвлечение. Господи, у меня очень сильно лагает. Все очень сильно лагает. Кого-то, по-моему, он избил. Поставили машину, батарейку в четырехместную тачку. И заполнили ее. Блин, они сейчас стартанут. Если они ее стартанут сейчас, я сразу же побегу на дорогу, потому что... О, да, они ее стартанули. Джейсон, естественно, сейчас сразу туда перелетел. Быстро бежим. Что есть небольшой шанс, что мы успеем выбежать на главную дорогу. На главную дорогу не успеем! Wait for me, guys! Заорал, подождите меня, но, конечно же, никто меня ждать не будет. Толстячка никто ждать не будет. Они остановились. Возможно, Джейсон с ними там разбирается. Ладно, побежали. Попробуем. У меня, если что, хилочка. Да, Джейсон тут рядом. Блин, надо бежать. Should I be driving? Давайте попробуем им помочь. You're making me nervous. Мы можем попробовать Probably. Джейсона сбить. You said you liked to drive. I thought that meant you were good. Куда он делся? Он куда-то исчез. Дафни и Дак. Но они в любом случае там не выйдут. Потому что там дороги-то нет. Там дороги нет. А мы здесь на дороге ждем. Здесь вариант такой, что, конечно же, нас... Они сюда приедут. Возможно. Кто там поплыл там уже? Так, машина ездит туда-сюда. Катается туда-сюда. Джейсон там рядом. Туда-сюда, вперед-назад. Да, вот сидит чувак здесь в домике. Опа, едут сюда. Джейсон, переместился.
Don't pick up these other people. Pick up Chad. Take me, please. Сбили меня. Господи, толстякам никогда не везет. Так же, как черных всегда убивают первыми, так толстяков сбивают. Это же надо было просто взять меня и сбить. Ой, это судьба. Когда тебе надоедает играть за вожатого, ты становишься Джейсоном, который идет убивать. Разбегайтесь, детишечки. Судя по тому, как я видел, как играют игроки здесь, я бы сказал, что они довольно-таки неплохо здесь играют. Давайте сейчас быстренько, опять же, мы поставим здесь капкашек. Вот такой вот красивый. Все, поехали. Значит, мы полетели быстренько к машинке сейчас. Опа! Сюрприз! Ладно, капканы ставим, естественно, мы же должны им немножечко... Да что ж так далеко-то, блин. Ладно. Ладно, пусть так. Пусть будет так. Слишком много, наверное, капканов я не буду ставить. Я поставлю вот здесь вот и вот там вот поставлю. Ага, смотри, кто-то рядом здесь есть. Дальше перемещаемся к этой машине. Сразу же так быстренько. Хопа! И все делаем. Так, вон там кто-то сидит у нас. Так, ладно. Моя тактика траппера работает. Это хорошая тактика, на самом деле. Очень хорошая. Вот здесь две машины, здесь нет лодки. Это означает... Можно, кстати, еще одну сюда поставить, капкашек. Чтобы шансов у них вообще никаких не было. Что, слишком... Слишком близко? Давай, ставь. Ставь. Ох, проблемы с сетью начались. Ну, ничего. Ну, что, поехали. Поехали валить несчастных людишек. Побежали. Вон он в домике там сидит. Кто в домике сидит? Ножички, ножички, ножички ищем. Так, это мы сразу открываем. Там вроде никого. А вот домик, я вижу, там головешечка бегает какая-то. Головешка бегает. Ну, естественно, здесь закрыто. Ну и ладно. Здорово, чуваки! Я пришел за вами! Джейсон пришел за вами! Выходите, маленькие засранцы. Не знаю, Джейсон таким голосом разговаривает или как-то по-другому. Вон она у меня хорошая моя. Вон она моя хорошая. Так, мы сейчас что делаем? Мы сейчас ставим капканчик вот сюда. И начинаем ломиться в дом. Кто в теремочке живет? Бабам! Выходи! Так, сразу смотрим, 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 где она. Кто-то бегает здесь, нет? Нет, ждет меня. Давай. Так, еще раз. Давайте проверим, где она находится. Воу! Само взорвалось. Please don't come over here. А, здесь! А, здесь кто-то у нас спрятался! Воу! Это первый раз, когда я делаю такое добивание жестокое! Зря ты! Зря ты спряталась под кровать! Жесть. Просто жесть вообще конкретная. Так, ладно, смотрим, что у нас там с картой связано. С картой, с картой, с картой у нас пока что вроде ничего. Ну, не знаю, давай попробуем... А, мы сейчас так их повыслеживаем. Где мое видение, супервидение? Не вижу, не вижу. Вон там в домике кто-то есть. Кто в домике есть? Пошли сюда. О, здорово! Опа! Опа! На тебе! Слушай, как быстро! Как быстро! И аккумулятор здесь! Опс! Это было очень жестоко, я бы сказал. Что, неужели кто-то еще сидит там? Бери, бери, мой мальчик. Бери, бери, бери. По-моему, в доме кто-то еще сидит. Что за звук был? Так, давай. Как она так вообще непонятно появилась? Да, наверное, думала, что где-то я в другом месте нахожусь. Пинг, конечно, работает. Поэтому так получилось, что... Смотри, я бью, а звук потом догоняет. Пошли. Явно кто-то здесь сидит сейчас. Явно кто-то есть. Иди сюда, мой маленький поросенок. Куда он делся? Не работает, не работает.
Во. Куда-то свалил. Или его здесь и не было никогда. Так, ладно, бери. Вызвали полицию. Это плохие знаки. Так, ладно, смотри, кому он рядом показывает, что кто-то есть. Неужто в доме бегает? Неужто ты в доме бегаешь, негодяй? А ну иди сюда! Или он спрятался под кровать? Я же, по идее, должен его услышать. Правильно? Или не обязан? Черт, я что-то вообще всех потерял. Ну ладно, вон в том доме кто-то сидит. А здесь аккумулятор. У меня нет капкана, я бы поставил капканчик. Нет, здесь никого нет. Там, похоже, никого нет. Ладно, давай-ка побыстренькому сейчас мы вот сюда, к домику. Опа! Опа, кто-то здесь карабкается. Где кто карабкается, а? Кто кряхтит? Кто кряхтит? Ножички берем, ножички нам помогут. Или это не ножичек? Что-то делает. Смотри, капкан что ли ставит. А ну, засранцы, выходите. А, вот в домике у нас кто-то есть здесь. Кто в теремочке живет? Джейсон идет за вами. Вон кто-то бегает. Кто-то бегает, вообще не стесняется. Совсем обнаглели, что ли? Сейчас, погоди, ножей пособираем. Ох, что-то ножей много набрал. Я, в общем-то, и не против, конечно. Но надо уже к активным действиям как-то больше начинать склоняться. Чуть никого. Никого нету? Очень странно. Так, смотрим. Вон там кто-то, смотри-ка, а. Кто-то есть. Да вон в доме сидит кто-то. Ладно, все, поехали, короче, к нему. Пора убивать. Такая тишина, да? Вообще никаких звуков, ничего. Чинить они вроде ничего не чинят. Ладно, поехали, короче говоря. Здорово, чудилы! А, здесь же есть кто-то? Здесь должен кто-то быть. Давай, Джейсон, вон, вижу. Вижу человека, у него в руках гаечный ключ. И тебе это не поможет, придурок. Да что ж такое-то, блин. Блин, убежал. Убежал, подонок. Давай, Джейсон, сопротивляйся. На тебе! Попал, не попал. Попал, не попал, но больше у него уже, конечно, этих штук нет. Давай, Джейсон, ломай! Надо рейдж нам активировать. Где рейдж? Дайте мне рейдж! А, вон он там спрятался. С гаечным ключом тебе уже ничего не поможет, тварь. Еще одна, что ли? Да ты что, обалдел? Да как, вот сколько у него этих петард? Чертов китаец торгует тут. Ладно, давай, все равно разобьем эту штуку. Чтоб уж точно. Чтоб уж и наверняка. Вон он, смотри-ка, а. Малыш. По-моему, кто-то попал в капкан. Вы слышали этот звук? Че, эту дверь мы не пройдем здесь. Я совсем обалдел. Сейчас тебя точно догоню. Машины никто не хочет что-то винтить, чинить. Ха-ха-ха-ха, промазал? Промазала, тварь! На тебе, сволочь. Давай, гаси его. Бам! С Джейсоном шутки плохи, головешка. Смотри, какие круги нарезает головешка-то у нас. Yes. Да. Так, ладно, смотрим, где у нас дальше. Кто у нас еще где есть? Вот человечишка у нас там. Бедный человечишка. Куда-то он тут. Че бегаешь там? Упс. Смотри, я музыку выключил. Музон вырубил. Оп, промазал. Давай, Джейсон. Хватай, тварь. Подзатыльник получила. Оу. Да у них че сплошные какие-то петарды? Че с ними происходит? Я что-то ничего не понял. Где они их раздобыли-то? Опа. Иди ко мне. Иди к папочке. На. Еще одна. Будешь моей подставкой, подумаешь. Получила по заслугам.
А, по-моему, у нас полиция прилетела, да? Полиция прилетела, а я, кстати, где-то здесь. Значит, они сейчас все сюда прибегут, как миленькие. Сколько их там осталось-то? Упс. Их осталось еще трое. Так, смотрим. Смотрим, где они есть. К полиции я близко подходить не буду, потому что я уже знаю, чем это чревато. Где они? Я их не вижу, не слышу. Неужто они так прячутся круто? Мне нельзя их пропустить. У меня всего лишь осталось 4 ножа. Так. Вообще нету. То ли они зашкерились сидят, то ли что. Я не могу их обнаружить с помощью своих чувств. Ага, ножик вижу. Так, ладно, вырубай. Хватай, Джейсон! Мы должны с ним... О, он побежал, побежал кто-то. Так, второе. Вон там кто-то есть у меня. Единственное, у них, конечно, ножики могут быть. Они могут меня очень сильно сейчас уделать с помощью них. Если я упаду, и они все убегут, то они все убегут. Мне уже ничего не поможет. Вырубаем, вырубаем музыку. Беспалево, беспалево. Сейчас подойдем к ним. Давай, он меня не видит, прикинь. Он меня не видит. Я его тоже, кстати, не вижу. Ага. Вон там. Ладно, поехали. Поехали, на шифте к нему подъедем. В доме, капец, он в доме бегает. Ох ты, блин, мне кажется, это лажа. Мне кажется, это конкретная лажа. Двери за собой не учили закрывать? На, сволочь! Открывай, 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 открывай. Опа! Здорово, чудаки! Бросай еще! Так, ладно, двое здесь. Двое здесь, мне нужно с ними разделаться. Они попытаются убежать. Вон один уже бежит. У него ракетница. На, получи. Промажешь? Промажешь, подонок? Так, идем наверх. Мы должны им отрезать дорогу! Есть! Вот это мне нравится. Вот это экшончик, который мне нравится. Давайте, ребятушки. Бегите по дорожке. Вас встретит Джейсон с распростертыми объятиями. На, сволочь! Кидай, кидай, кидай еще. Опа! Кидай еще. Опа, промазал. Он меня, конечно, попадет сейчас. Но может и не успеть. Опа! Бросай. Блин, не могу. Не могу. Сейчас стрельнет в меня. Стрельнет собака. Ты сейчас устанешь. Отлично, отлично. Все, смотри, он уже устал. Устал, уже у нас активен гнев. Блин, не догоню. Опа, да что ж такое-то. Быстро, 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 быстро. Вставай! Есть! Kill them, быстрей, быстрей. А, знаешь, что мы сейчас сделаем? Я сейчас сделаю так. Пум-пум-пум. А я вот здесь. А я вот здесь, чувырла. Что, нечего это мне противопоставить? Давай, Джейсон! Должны его схватить. Нужно его схватить. Так, он уже близко. Опа! А ну стоять, сволочь! Да что такое-то? Блин, я не успел, я не успел, я не успел. А вторая где еще? Не успел! Так, срочно, 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 Джейсон, давай, быстрей! Скорее, к полиции. Ах, не успеваю! Стой! Черт! Вот опять меня начинает отстреливать. Убежал, убежал. Осталась еще одна. Так, ладно, близко не подходим. Вон она. Сколько у нас осталось? Двое еще живых. Двое живых и одна бежит сюда. Ножей у меня, естественно, никаких нет сейчас. О, ну что ж, надо восстановить активность. Что у нее в руках? Смотрим. У нее топор. У нее топор, нужно не дать ей им воспользоваться. А ну иди сюда, быстро, я сказал. Так, срочно, срочно, срочно. Опа! Не успеваю. Не успеваю до нее дойти. Опа! Все, попалась, попалась, голубушка. Ножика нету, нету, нету ножика.
Ножика, быстро, два! Давай! Вау! Богу! Есть! Красивый вид! Это очень здорово! Остался еще один кто-то у нас, Гизма. Гизма, где ты? Гизмочка? Гизма где-то здесь. Он скоро придет. И он где-то вообще вдалеке. Ну поехали, к Гизме сходим. По-моему, кто-то здесь у нас оказался, да? Возле машины, нет? Нет! Черт, я облажался. Я просто облажался. Мне нужно дойти. Так, ножичек берем. Опа. Прекрасно. Еще один ножичек. Есть мой ножичек. Где? Последний остался еще человек у нас где-то здесь. Надо как-то его успеть раздобыть. Что такое? Ах ты, блин, неужто я попал в капкан? Я не успею. О, а, вон он стрелял в меня, похоже. Так, иди сюда, негодяй. Ты последний остался. Джейсон, да давай уже приходи в себя, блин. Ломаем забор. Иди сюда, мистер Джарвис. Да! Прекрасно! Мистер Джарвис! Вы хотите поиграть со мной в гандбол? Есть! Ну, неплохо. 6 из 8 уничтожено. Это хороший результат под завес этой серии. Спасибо большое, что были вместе со мной. Если вам серия понравилась, обязательно поставьте жирный лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был Маугли. Всегда оставайтесь на высоте. И покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив. Без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.